Всем привет! Нам потребуется 20 грамм тертого сыра, половинка сладкого красного перца, 30 грамм полукопченой колбаски, полбанки консервированной кукурузы и зеленый лук. Выкладываем в тарелку кукурузу, колбаску, сладкий перец, тертый сыр. Добавляем зеленый лук, немного майонеза. Солим и перчим по вкусу. И все хорошо перемешиваем. Один помидор нарезаем на кружочки шириной примерно 4-5 мм. Распределяем на тарелке в форме цветочка. Аккуратно выкладываем охлажденную готовую начинку. Кусочек огурца нарезаем в форме листочков. И украшаем нашу закуску. Получается вот такая цветочная поляна. По желанию украшаем маслинами и кукурузой. Наша закуска готова, можно подавать к столу. Получается невероятно вкусная, аппетитная, готовится совсем быстро и легко, а смотрится на столе просто великолепно. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, пока-пока!